не хуже конструктора. Вот уже пару недель одно из любимых занятий малышей в детском саду номер 180 в Новоалтайске – играть пластиковыми крышками. Я складываю, например, машинку и танк. Они разноцветные, мы повторяем цвета, составляем разные фигуры. Деткам очень нравится. Но это у нас не просто крышечки, а это добрые крышечки. Родители даже говорят, увидят дома крышечку, надо обязательно принести в детский сад. В декабре в детском саду запустили очередную акцию в рамках проекта «Дорогами добра». Создали его специально для помощи онкобольным малышам. Первым мероприятием проекта стал сбор макулатуры. Теперь же воспитанники, их родители и коллектив образовательного учреждения собирают для переработки пластиковые крышки. Мы собираем крышечки, чтобы помочь больным детям. А крышечки мы собираем от продуктов, от сока или от газировки. Алёва Упоров для такого доброго дела даже пожертвовал своим давним желанием склеить из сотен крышек настоящий плод. Он собирал крышки весной, чтобы кораблики запускать в ручейках из них. То есть он уже 2 года, прошлой весной не было ручейков, 2 года он собирал, там у нас полный мешок их был. В итоге все, он понял, что надо делиться, и принес сюда. Воспитатели вспоминают, в первый же день акции в детский сад принесли целую коробку крышек. Но чтобы такой пластиковый мусор принял перерабатывающий завод, объемы нужны совсем другие. Поэтому малыши надеются, что горожане обязательно помогут и включатся в такую масштабную добрую акцию по сбору крышек. Ведь все средства пойдут для лечения таких же малышей, как и они, пациентов детского онкоотделения. Татьяна Голубева, Анастасия Драган, Николай Шелко, информационный канал «Город».